гости на Матч ТВ. В студии Наталья Кларк. Здравствуйте. При российской футбольной премьер-лиге особое внимание приковано к тем, кто ведет борьбу за чемпионство. Железнодорожники впереди всего на 2 очка, но имеют один матч в запасе. Подробнее о событиях тура расскажут мои коллеги. Минута до конца рекламы. Принят. Встречайте, красно-зеленые! Это состав нашей родной команды футбольного клуба «Локомотив Москва». Я абсолютно мелким 9-летним парнем валялся в кровати с температурой. У меня была ангина, не мог спать. Вот, мама, чтобы меня как-то развлечь, включила телевизор. Это была Лига чемпионов. Локомотив, Динамо, Киев. Хорошо. И ну, тогда мне почему-то очень понравилась игра ребят в красных футболках. Помню, я носился по квартире, орал что-то с балкона. Что Лока чемпион, мы чемпионы, что-то, видимо, такое. Кунг-фу. Он понимает, что если он коснется судьи, тут могут быть санкции, но он касается только эмоционально. Воздухом. Да. Ты что делаешь? Забей. Забей, я тебя прошу. Хорошо. Ну... Мы были на базе в Баковке, когда стали поступать сообщения из СМИ, что Юрий Семин возвращается в «Локомотив». Я тогда еще подумал, что за бред, что за утка. И тут заезжает черный автомобиль. Из него выходит Илья Геркус вместе с Юрием Семиным. Ну, все равно, что единорога увидеть, наверное, в лесу. Очень не хочется говорить на слово на букву «Ч», потому что суеверия никто не отменял. Вот я этого события, я его жду уже там, ну, 14,5 лет. Могу сам уйти? А? Все? Так, что еще сделать? Попробуй расслабиться. Чуть выше. И смотри не на меня, куда не туда. Tá peidando aqui também, não, né? Não, my friend, please. Não, 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 my friend, please. Tá peidando aqui?
Sì, ma che non filmi, non gusto, poi. Tappeto. Oh, deve essere. No, ma c'è Стой, карай, фуха! Ты только знаешь, что скажи, где Женя? Ты меня слышишь, не? Да, конечно. Слышишь? А если она думает, что и на установке вы будете присутствовать, не получится. А установка это что это? Ну, собрание перед игрой. А. Не получится. Так, ну, мы начинаем наше собрание. Внутреннее. Поэтому, пожалуйста, будьте любезны, входите. Спасибо вам большое. Спасибо. Что-то нас бутсами воняет. Ага. А почему? Потому что я вчера оставил эти. Повихнул бы на балкон, братик. Переехали мы с родного города Сланец на Кубани, Краснодарский край. Переехали в 12 лет. Мама все бросила. Переехала с нами, посвятила себя в футбол и поставила все карты и все ставки на нас. Тьфу-тьфу-тьфу, пока получается. Так что, видимо, у мамы в колоде хорошие карты были, козырные. Привет! Привет, да. Привет, Дима. Антон. Ну, с тобой еще не были знакомы. Ну, пойдемте в урагане, как в прошлый раз. Пойдемте, пойдемте, мы готовы. Кто-нибудь уже был или не был из да. ребят? Только что Головин уехал, был Камбаров. Шарков. Уже все почти были, да? Там маху, там со всей силы завидел мячом. Куда? В стену, по штативам. Ну и нормально, а что вы хотели? Рабочие моменты в натуре. Ребята, команда прибыла. Здрасте, здрасте всем. Здрасте. Да. Что, можно поесть, реально? Можно поесть? Нормально, я пахал, да, тоже пахал. Москва очень такой опасный город. Улыбаться надо было, да. Басичу, да? Много было очень талантливых игроков, которые и заканчивали рано. Так как Москва затащит тебя в самые лучшие заведения, тусовки. А вытаскивать не собирается, да. Сейчас снимаете вы. Вас. Боже мой. Страх-то какой. Я же на выходах. Руки затряслись. Писец, вообще, вы прям пугаете меня. В нашем возрасте 22 года стать чемпионами. Для этого нужно работать за себя и за того парня. Москва слезам не верит. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Добро пожаловать в Химки! Динамо против Локомотива – одна из самых ярких вывесок 26-го тура «Росгострах» чемпионата России по футболу. Дмитрий Хохлов – ученик против учителя Юрия Семина. Это первое тренерское противостояние Семина и Хохлова. И, безусловно, за этим противостоянием и в целом за игрой будем с интересом наблюдать. Игра с «Динамо» выдалась очень тяжелым. Действительно, не ожидали, что начнется уже просто драка. Это не был футбол. Я работаю доктором в «Локомотиве» около 5 лет. Я ничего не понимаю в футболе. Я не за игрой смотрю, я смотрю за движением игроков. Вы меня спросите, кто забил, я никогда не скажу, кто забил. Но если меня спросите, как получена травма, я по механизму травмы уже примерно понимаю, что произошло. «Локомотив» снова отбирает мяч. Фарфан подбирает его вместе с партнерами Миранчук. Тот, который Антон с мячом смещается, падает на глазах у Алексея Яськова. Это штрафной удар. Итак, внимание. Удар поворотом и гол. 1-0. Счет открыт уже на 3-й минуте. Антон Шунин бросился в левый угол, но до мяча не добрался. Блин, 2-0 бы было поспокойнее сейчас. Моя мысль читать, вот где мысль. Браво! Здесь? Она сейчас через это строится. Пенальти.
Удар, и берет мяч Антон Шунин после удара Алексея Миранчука. Очередное столкновение. Снова жестко, снова это сопряжено с борьбой. Но мы как с тобой не покомментируем, кто-то обязательно получает тяжелую травму. Тихо, Игнат, стой. Сломай, да? Лицевую. Гол. Дай воды, Ты полей, лей. Холодная, Нормально. Игнат, вставай. Голову подними. Игнат. Майку, быстро. Штрафной удар. И Семин штрафные смотрит, в отличие от пенальти. Еще один удар и гол! Ничего себе! Локомотив исполняет! Да, два опасных штрафных и два шикарных гола! Давай, все, пускай. Все, давай. Локтем! Опять не видят! Почему мы видим? С Денисовым, но если Денисов, падая, корчится от боли, то действительно столкновение очень серьезное. Спокойно, Игорь! Спокойно! Арбитр останавливает игру, потому что Эдер лежит на газоне. Бьют уже в наглую! В наглую бьют! Смотри! Эдди! Смотри! Что творится? Иди! Иди! Смотри, глянь как! How are you? No, don't touch it. No, it's not okay. It's blood, it's just blood. It's okay. Yeah. No, teeth only with your lips. Your lips is broken. You see? Hey, bro. I'm okay. Look. I'm okay. Okay? No. Эдера хотел сказать, что у него не только разбита губа, но и подозрение на сотрясение. What's happened with you? You lose your mind? No. It's okay. It's not knocked down? No, it's okay. А кто вообще позвал носилки тащить? Джефф. Наши игроки все вот так начали делать. Я, знаешь, как испугался? Штрафной удар. Удар поворотом и 3-0. Дмитрий Тарасов посвящает этот мяч своей беременной супруге. Фарфан. Передача на Миранчука. Антон дальше тащит мяч. Но вот и гол с игры. 4-0. Динамо проигрывает. Локомотив выигрывает. 4-0. И этот мяч. Победа. Браво! Это была команда! Серьезная! Молодцы! Давай! Дай ему руки! Что ты? А, в бочку, да, давай. И после бочки все равно лед. Ты, блин, ты как у нас... Надо. Извини, но надо. Серег, так скальпель у тебя есть еще что? Да, насквозь. Дырку твою сфоткаю. Кто-то видел. Серег, сможешь сфоткать ему? У меня руки-то все в крови. Ну что, думаешь, не надо шить, да? Обманываете? А что, ты им зашиваешь? Да, там большая глубокая дырка прям давит. Чемпионатом никто не ставил Локомотив главным претендентом. Но так получилось, что Локомотив лидер. И мне кажется, что Локомотив должен довести. Спасибо, давай, Юрий распишусь. Спасибо. С победой вы красавцы вообще, молодцы. Да, дальше к чемпионству. Все хорошо. Все. А можно вам руку пожать, Юрий Павлович? А? Руку пожать. Давай. Удачи пожелать. Вы вернулись, Юрий Павлович. Веру вернули нам. Спасибо большое, Юрий Павлович. Давай. Что, чемпионство будем брать? А? Чемпионом не станем. Ну, должны, видишь как. Давай. Удачи вам. Пока нормально все идет. Давай. Все, пока. Сюда. Лучше играл сегодня.
Кто лучше? Счет ты видела? Догадайся, счет ты видела? Вообще? Ты. Счет видел? Да. А кто тебе больше всех понравился? Ну-ка скажи, у тебя я ж. Ты. А? Ты. Ну это ты правильно сказал. Алло. Да, знаешь, хорошо играли. Футбол хороший был. Хороший футбол был. Идем дальше. Никому не будем уступать, да. Что, как себя чувствуете? Да так в целом ничего, нормально. Что у меня лип? А, гуд. You like a dog for one night, it become much better. Ближайшие несколько минут на Матч ТВ выпуск новостей. Студия Ксения Ермакова. Здравствуйте. Главная тема дня – сохранится ли интрига в борьбе за чемпионство в российской футбольной премьер-лиге. Все зависит от «Спартака», который постарается вновь сократить отставание от «Локомотива» до 2 очков. Утро. Что это? Утро у нас. Está rota ahí, ¿no? Sí. Esta es la zona rota, ¿vale? ¿Eh? Ya. Esa, ahora mismo es mi realidad. No hay mucho que hacer. Está en peligro este. 40% de mis. ¿Cómo? 40% está de mi padre en 30 años. Tengo lista de animales. Peligro de extinción. Peligro de extinción. Imagínate que un día tu hija de mayor te va a decir, oye, papá, ¿tú te acuerdas de lo que eran las jirafas? ¿Cómo te has visto alguna vez? Como el dinosaurio para nosotros va a ser jirafa para ellos. ¿Perdiendo? 0-0. Va a ser un partido, pues, yo creo que van a ganar, pero va a ser un partido difícil. Va a ser un partido fácil para ellos. La jirafa es este. Победил московский «Спартак» 2-1. Поздравляем с победой и событиями. Педат. В фильме «Локомотив» будут только я и тебя, брат. А еще снимают, да? Да. Снимают целая голова. И твои татуировки. Чуть-чуть твоя жопа. Жопа не надо. Брат, давай жопа не надо. You feel the pain? No, I'm okay. I remember first time. Yeah, I feel too much pain. To remember when you be in Krasnodar. Yeah, now I want to make all money. I live here 8 years. I start first with the name of my son and my daughter. But I think when you start to make it first, you cannot stop. Yesterday I make this one. Eyes of my daughter. 3 years old. I'm divorced. She lives with his mother. Kenny! Set. Pachi.
матче. Сегодня как раз играет «Локомотив», лидер первенства, играет с «Уфой». Вот совсем коротко, «Локомотиву» хватит ли вот этого запаса прочности, чтобы сделать решающие шаги и вот сохранить это свое преимущество? Вы знаете, и соперники помогают «Локомотиву» тоже. Ух! Бистрович. Откуда он вообще, Бистрович? Что это такое? Бистрович, 500 тысяч стоит, и купили они его, дай бог. И 18, между прочим. Палач так и не вышел с ним. Первый раз он не вышел на поле. Он всегда выходит перед матчем на поле и как-то обходит. Там центральный круг заходит, еще что-то. Какие-то у него там ритуалы. У всех какие-то ритуалы. Я вот зайца привожу. Видите? Сажаю зайца перед матчем. Это его друг. Тотем. Ты не падай, брат. Но это секретный заяц. Это для особых случаев. Когда все уже. Когда вообще ничего не получается, он выходит. У нас теперь на тяжелый матч. Сейчас не такой. Так. Ты что делаешь-то, ёлки? Ну что, все просто, ну что это такое вообще, а? Не украсть, не покараулить, а? Вот оно, вот! Давай! Надо туда, давай, блин, в эту задницу. Ну что оттуда может хорошего получиться, ёлки-палки? Хорош, но он сам упал, ну... Тварь какая, а? Вот, а, вернись, оп. Так. Вот. Но! Ну что ты, ёлки? Ну какого? Никоим образом не устраивает железнодорожников счет 0-0. Никоим образом. Как он прав. Какой-то трэш. Ну ладно, я пойду, не хочу это все видеть. Так вот, оно бывает. Так вот оно бывает. Интрига в чемпионской гонке сохраняется. Главный итог встречи «Локомотива» и «Уфы». Нулевая ничья, которая наверняка пришлась по душе ближайшим преследователям «Лока» – ЦСКА и «Спартаку». У меня часто снится сон. Я на стадион играю. И когда мяч летит на меня, я вижу, что мои перчатки горят. Я начал плакать, потому что я знаю, что я не могу поймать мяч. Роз! Рафа! Расходил? Сейчас фонтоколу? Сейчас, да? Сейчас, да? Mas mamãe que deu. Não, Zé, vem aqui. Ó, vem cá. Ó, no Ruski, vai então tá coi, Sloy. Esse. Esse. Creme. Aqueles dois, ó. Creme.
chocolate vanilla embaixo. O creme! O creme! Tem um de creme ali. Esse não? Abre o de baixo. Creme! Tô falando. Então vem aqui e a Amanda fica do lado de cá. Histórias para menina de 2 anos. Lili está em seu adorável jardim. É hora de brincar lá fora. Ela ama as árvores cheias de folhas e seu balanço adora. A mamãe empurra o balanço de Lili e ela balança alto no ar. Lili quer tocar as nuvens e pelo céu voar. A minha часто снится сон, я на стадион играю, и когда мяч летит на меня. Вечером мы уже можем узнать чемпиона России по футболу. «Локомотив» в случае победы в гостях над Краснодаром гарантирует себе титул спустя 14 лет. Константин, по силам ли сегодня «Локомотиву» на заказ обыграть Краснодар? Конечно, по силам. «Локомотив» не раз доказывал в этом сезоне, что к важным матчам он подходит в оптимальном состоянии. Семин в замечательном 70-летнем возрасте, наверное, прошел уже все. И Краснодар – это один из многих матчей, которые он должен выиграть. Мы приехали, чтобы победить! Мы Грегор. Что за Никита, что случилось, брат? Никита. Серый, объясни ему. Все нормально. Сейчас нормально. Сделаем, конечно. Слава Богу, я очень переживаю. Что случилось? Ну, просто спал в самолет. Okay, yeah, but I think I'm ugly from all sides. Not from the all like you, but from this side I think I don't look nice. You're more of the thing. Thank you, Ivan. So tomorrow what time? 9:30 here? Yeah. Okay. Will you be awake? Hmm? Will you be awake? I think, yeah, for me, I will be awake, of course. Who knows? Siesta! You say this because I was the camera, eh? Of course. Need to insult you a little. I'm from the north of Spain. In the north of Spain, we never take a siesta. You don't need now to tell your history in front of the camera. No one is interested. It's going to be free, the tables, Nikita, Nikita. What? It's going to be free, the tables, because no one wants to trade. Juan. What? One moment. Why are you always asking me? I don't know how many tables. Hey, please, no fighting in front of camera. He's calling now. Ask. Oleg, it's going to be free, the tables, man. Столики свободны будут? Свободные какие-то будут. Да? Да, будут. You need to learn Russian, you are 6 years here. Пассажиров рейса 1246, авиакомпания «Аэропорт», российские авиалинии, Оренбург. С «Локомотивом» болею 19 лет уже. В 13 лет я первый раз был на стадионе. Самый страшный период лет 6 был, с 2010 по 2016 год, когда президентом клуба была Ольга Юрьевна Смородская. Стадион был полупустой, тишина. Скандалы каждые 2 недели в клуб сотрясали, и мы не знали, какое будет будущее. Появились черные списки болельщиков, даже в полицию отправляли. И клуб становился потихоньку чужим. Юрий Павлович Семин был определенно назначен, в том числе с тем, чтобы болельческую часть вернуть на стадион.
Сегодня «Локомотив» может стать чемпионом. Это вот сложно поверить. Мы прям все в напряжении, некоторых трясет уже неделю. Если «Локомотив» победит, для меня это вознаграждение тем, кто боролся за «Локомотив». Тем, кто пережил страшные годы, и всем молодым ребятам и девчонкам, которые сейчас рисуют, шьют километры ткани. Если глобально, то, конечно, хочется, чтобы мой сын болел за «Локомотив», я с ним ходил на футбол. Это будет действительно счастливый момент, когда я его первый раз приведу. И расскажу ему, что я тут делал. Ну что, сегодня будем чемпионы? Хотелось бы. Палычу привет. Все от вас зависит. Да мы сейчас порвем всех. Да? Конечно. Давайте аккуратно только. Аккуратно, без предупредительства. Здравствуйте. Ну, вы идете, это самое. Давайте зайдем уже. Я еще не запускаю. Только победа. Только победа. Как концертный зал. It looks like concert hall, right? I have to admit that is quite good. It's not for this day. Чтобы мы так жили. Могут себе позорить, наверное. Конечно. Люди не бедные. Это все продумано, да, до тонкости до мелочи. Мягкие такие сиденья. Я бы тут жил. Отсюда не видно ничего вообще. Как отсюда футбол смотреть? Отсюда не видно ничего. Совсем? На самом деле, у них с материалами есть катастрофа. Весь этот мрамор его надо намывать, начищать. Это никогда в жизни не окупит. Нет, нет. Это не про это про развлечение. Ну, я тебе скажу. Как? Поле, как шутят. Вообще фантастика. Тут чужому нельзя отдавать. Обещаемся, да? Идем туда, да? Налево, да, иди. И туда, и туда. Налево, да? Привет. Все. Вы можете туда его перекинуть, а не здесь держать. На ту сторону давай. Тут есть вентиляция спины. Чувствуешь, да? Тебе в попу дует. Чувствуешь это? Вообще «Локомотив» удачно играет в Краснодаре. Да, получается красивая история, если сегодня «Локомотив» выиграет. Рыбусь! И на дальнюю штангу не успевает Ари. Фарфан бросает мяч направо на Ари. И быстрая контратака «Локомотива». Очень хороший пас на Фарфана, но здесь в подкате отчаянно действует, по-моему, Петров. Ари! Джефф, вот так! Не так, вот так! Пас! Да снова в опасный момент! Удар! Нет! Как не забил Федор Смолов только что! Антон, помогай! Ну вот сейчас на ногах Юрий Павлович Семин, а если Семин на ногах, это значит, у «Локомотива» что-то идет не так. Оп-оп-оп-оп! Чуть палочи не поломали, а? Антон Драчук! Удар поворота! Против
работы Федора Смолова. Возможно, определяющий момент этого матча, ну и концовки всего чемпионата. Удар! И забивает Федор! Забивает Федор! 1-0! Выходит вперед Краснодар! Что же? Еще одна ошибка Смолов! Атака продолжается! Вот сейчас гол! Так и не стал золотым для футбольного Локомотива. 2-0 – яркая победа Краснодара, а вопрос о чемпионстве остается открытым. А сегодня как вообще это? Не разговаривали еще? Ждем, Павлович, покричу. Локомотиву сегодня нужно выигрывать, чтобы не тратить понапрасну нервы свои и болельщиков. Возможно, чтобы вдохновить команду, руководство накануне продлило контракт с Юрием Семиным. У меня нет ощущения, что Локомотив обязательно обыграет «Зенит». Слишком силен соперник, плюс Локомотив не забивает голов в последних матчах. Не чувствовал восприятия с Сандаром, что... Опа. Вот он, километр ткани в поддержку команды. Сейчас что-нибудь напишем. Как-нибудь это все выложим и развернем на игре с «Зенитом». Я уже много говорил, я уже устал. Ну давайте. Я же в Краснодаре полтора часа отвечал на эти вопросы. Ну все. Ладно, с каким настроением ты пойдешь на матч? Ой. Сейчас с «Зенитом» не получится быть в Туле, мне ко мне приставать тоже, да? Мегафон на 3-4 верх, ты понял? Да, я туда себе пойду. Они держат за конец веревки, но полотно доходит до некоторых людей на низу. Да, я не держу. И люди могут держать за полотно. Эй, к зеленому, смелее, давай, давай, давай. Помоги там, помоги, 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 давай. Сбросьте вниз полотно красное. И дальше, пожалуйста, если можно. Дальше еще чуть-чуть. Вон там еще, вон. Еще чуть-чуть правее осталось, парни. Добрый, добрый, добрый
день! Приглашаем вас в Москву, Черкизово, матч, который может стать золотым для «Локомотива». «Локомотив» сейчас атакует так, как будто бы это идет дополнительное время. Заболотного толкают в спину, это нарушение правил, все увидят арбитр Черкизово. Совершенно сейчас никто ничего не понял. Нужно всем возвращаться, серпантин собирать. Около метра там было офсайда. То есть действительно офсайд был, можно всем успокоиться. Одного мяча в этих четырех матчах достаточно будет для того, чтобы стать чемпионом. Давай, темпо! Редер появляется сейчас на кромке поля. Это тот самый человек, который забил победный гол в финале чемпионата Европы. Ни много, ни мало. Сергей Иванов поставит точку в этом сезоне в чемпионской борьбе.
Я понял. Где кубок? Кубок идет! Несут кубок! Большой день! Впервые за 14 лет московский «Локомотив» стал чемпионом России. И это, конечно, заслуга каждого игрока, каждого члена команды. Но... Тара, иди ко мне. Тара, иди ко мне, мой маленький. Привет, моя маленькая, привет. Все, провожаешь меня, да? Все, давай, я поехал, не буду ждать. Давай, все. Сам себе режиссер, поехали. 11 мая. День рождения Семена сегодня. Везу ценный груз. Сзади 7 охранников едет, короче. Че, камера готова? Спортрежим. Сейчас я тебя прокачу, блин. Больше никогда снимать не захочешь. Шоу 5-й час. Наши съемки. От всего тренерского штаба. Ничего себе вы даете. Как большому ценителю. Серьезное вино. С днем рождения. Серьезное вино. С днем рождения, Юрий Павлович. Спасибо. Так, что вы хотели-то? Юрий Павлович, хотели от всей команды поздравить вас с днем рождения? Мы с ребятами скинулись. Показывай. Одни подарки. Сумки. Очень приятно. Да утомительно. Ну давай вы хоть подостаньте людей, чтобы и тут одинаково было. Ну что вы, а то этот, вот смотри, Олег. Детское воспоминание самое яркое, вот когда папа купил футбольный мяч. И этот мяч оказался не футбольным, а баскетбольным, так как он не понимал. Но мы играли в футбол. Это самые такие воспоминания, которые определили мою жизнь. И я все время очень жалею, что папа он не застал вот это время. То же самое касается и мамы. Я думаю, они бы гордились мной. Давно не любите отмечать день? Да, особенно так никогда не отмечала. Когда, знаешь, мама умерла, это и прекратил вроде как, знаешь, такие официальные. На, забирайте. Да. Я верю в судьбу. Мне кажется, что над нами все-таки есть Бог, который он иной раз дает еще один шанс. Локомотив это был еще один шанс жизненный и очень важный в моей жизни. Вот я в это верю.